Опубликован рейтинг российских университетов благотворительного фонда Владимира Потанина за 2021 год, в котором Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции. Рейтинг, который публикуется с 2014 года, представляет собой распределение вузов на основе их достижений в стипендиальной программе Владимира Потанина. Сюда входит стипендиальный конкурс для студентов магистратуры и грантовый для преподавателей магистратуры. Оценка вуза проводится по 11 критериям. Например, учитывается общее количество заявок на участие в конкурсе и количество победителей. Более того, есть даже относительные показатели, то есть вот эти значения, они взвешиваются и по отношению к общему количеству студентов, то есть насколько они активны в таких вещах, и к тем, кто подал в соответствующий год заявление на этот конкурс. Более того, хочу сказать, они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиата. По сравнению с предыдущим годом, Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции сразу на 42 пункта. Со строчки 56-57 вуз поднялся до значения 14-16. Очень приятно, что независимый такой авторитетный источник высоко оценил то, что делают наши преподаватели, то, что предлагают наши студенты и наши проекты. Тоже хотел бы сказать, что руководитель этого фонда, госпожа Рачева, она 4 года назад была у нас и встречалась с Эльшат Равкатовичем, и вот мы обсуждали перспективные направления взаимодействия. Отметим, что Казанский федеральный университет ежегодно присутствует в рейтинге с 2016 года. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.